защите растений. Можете, то не только на кухне, а в доме, посылать ваши вопросы на электронную почту. Предварительно посмотрев, конечно же, видео на моем канале. Вдруг кого-то из вредителей найдете на моем канале. Будет просто прикольно и интересно. А если захотите выразить свой donation это называется, орг-взнос в поддержку канала. Сейчас это считается нормально. Можете поставить пару гривен вот на вот эту страничку в Патреоне со своей карточки, которые все сейчас расплачиваются за еду в магазине, даже не доставая никаких долларов из кармана, не обменивая, сразу со своей карты в какой-либо своей стране не находились. Просто и приятно. Посылайте через Patreon. А я укажу вас как спонсора поддерживающего канала. Мы с вами будем еще общаться. В Патреоне вы будете патроном, спонсором научных исследований. Это мелочь, а приятно. А может, даже и не мелочь, если это хорошая поддержка. Почему бы нет? Вот такой сегодняшний.